Лиз, этот сезон для тебя начинается с больших перемен. Ты перешла к новому тренеру. Скажи, что изменилось в твоей жизни с этим переходом? Как изменилась ты? Ну, скорее всего, в лучшую сторону. Мне поставили новые программы. И вообще мне все нравится сейчас. И надеюсь, что тоже всем понравится мое катание, потому что я много работаю над прыжками. И условия у нас вообще шикарные. Можем кататься сколько хотим, и все условия для того, чтобы усовершенствовать себя, у меня есть. Вот. Вот, ты говорила в интервью, что ты поставила прыжки во вторую половину программы. Как вот легко тебе это дается, или пока еще сложновато к такому интенсиву привыкнуть? Ну, я сейчас нарабатываю это все, и пока все идет легко достаточно. Бывают, конечно, помарки, но их очень мало. Мало случается. Вот. То есть ты чувствуешь себя более уверенно сейчас? Да, я чувствую себя более уверенно. Вот, твоя короткая программа под музыку La La Land. Скажи, какие отрывки ты взяла, если это не секрет сейчас? Я взяла вальс, который был из кинофильма «Вальс», и «Day of Sun» называется музыка. Вот вторая часть у меня, это более такая интенсивная музыка. А вот какую идею ты хочешь передать в своей короткой программе? Это идея, которая показана в фильме, или, может быть, какие-то твои собственные мысли на основе сюжета? Ну, наверное, передать... Вот я все время катаю программу с душой, и у меня есть своя личная история, я не хочу рассказывать. Вот. Я попытаюсь передать все свои чувства в программе. Вот. А сам фильм тебе понравился? Да, я ходила с Алисой Федичкиной в кино, вот. Мы вместе ходили, и очень понравился, да, фильм. Кажется, вы вместе вдохновились, потому что у Алисы, кажется, произвольная программа, да, у да. тебя короткая. Ну, у нас разные кусочки, у нас разные музыки там. Вот. И это интересно, у вас, наверное, с разных сторон будет показано. Потому что Алиса говорила, что она хочет показать путь героини к славе. У тебя будет немножечко другая, наверное, история. Да, потому что у меня более веселая вторая часть, да. Такое. Да, это будет здорово. А произвольная программа у тебя остается «Лебединое озеро» или все-таки поменяли? Нет, мне поменяли программу, у меня теперь восточная программа «Шахерезада» в начале, вот, и более современная восточная музыка уже будет там после минуты, поэтому что-то новое для меня, первый раз «Восток» взяла. Мне кажется, тебе очень подходит к твоему образу «Восток». У тебя часто были еще костюмы такие с украшениями. С ленточками. Да, с ленточками. И это что-то вроде восточного. Я очень хочу, чтобы получилось так, как задумано все. Вот. А что вдохновило тебя на восточную музыку? То есть этот выбор такой необычный. Музыка сама тоже необычная. Ну, я очень-очень давно хотела себе поставить восточную программу. И мы вместе с моим новым тренером Вероникой Анатольевной, я предложила ей, и она тоже согласилась, и мы вместе. Вот, наше совместное решение было поставить восточное. А костюмы уже готовы? Костюмы делаются еще. Будут готовы через неделю, наверное. Ну, то есть к твоему новому старту, к первому старту. Угу. Кстати, у Лизы будет первый старт, это первый этап Кубка России. Да, в Сызрани. Вот. С каким настроением ты подходишь к этому старту? С отличным настроением. Я уже очень-очень хочу соревноваться и надеюсь, все получится у меня там. Мы тоже очень надеемся. Спасибо большое за интервью. Спасибо. Желаем тебе успеха. Спасибо.